Привет! С вами снова Ольга, и в этом видеоуроке я вам покажу, как связать вот такое маленькое сердечко крючком. Вяжется оно достаточно просто. Пряжи сюда уходит также немного. Вязала я пряжей Нака Baby Marvel и крючком номер 2,5. И вот такие вот два сердечка у меня получились. Ну что, давайте начнем. Пряжи красного цвета мы делаем магическое кольцо, и в это кольцо вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Кольцо стягиваем. Прокладываем контрастную нить между рядочками. И во втором ряду вяжем 5 прибавлений. В каждую петельку первого ряда вяжем по 2 столбика без накида. Первое. Второе. Третье. Четвертое и последнее, пятое. В ряду у нас с вами 10 петелек. Снова прокладываем контрастную нить. И в третьем ряду вяжем столбик без накида, прибавление. 5 раз. Столбик без накида, прибавление. Первый раз. Столбик без накида, прибавление. Второй раз. Столбик без накида, прибавление. Третий раз. Столбик без накида, прибавление. Четвертый раз. Столбик без накида, прибавление. Пятый раз. В ряду у нас с вами 15 петелек, и в четвертом ряду мы вяжем без прибавлений 15 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, 12, 13, 14 и последний 15. Таким образом мы с вами вяжем две детальки. На одной детали мы ниточку закрепляем, а на второй детальке оставляем нить и продолжаем вязать уже этой нитью. У меня вторая деталька готова. И сейчас мы с вами будем их соединять. Итак, связываем эти обе детали. Здесь мы прокладываем контрастную нить и вяжем 15 столбиков без накида по первой детальке. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый. Теперь переходим ко второй детали и по ней вяжем также 15 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый,
11, 12, 13, 14. И вот я дошла до узелочка. И последний, 15 столбик. Теперь мы прокладываем контрастную нить, и мы с вами связали обе детальки. В ряду у нас 30 столбиков без накида. Мы сейчас сделали с вами пятый ряд. В шестом ряду мы вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Убавление. Столбик без накида, убавление, 10 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Убавление. Столбик без накида. Убавление. И 5 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4 и 5. В ряду у нас 26 столбиков. В месте соединения, видите, у меня получилась небольшая дырочка. Мы ее позже с вами зашьем. Прокладываем контрастную нить между рядочками. И следующий ряд у нас идет 7. Здесь мы вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Убавление. Столбик без накида. Убавление. 2 столбика без накида. 1, 2. Убавление. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, убавление, столбик без накида, убавление, 2 столбика без накида и убавление. Мы с вами связали 7 ряд. В ряду у нас сейчас 20 петелек. Следующий ряд 8. И здесь мы вяжем 2 столбика без накида. 1, 2, убавление. 2 столбика без накида. 1, 2, убавление. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, убавление. 2 столбика без накида. 1, 2, убавление. И 2 столбика без накида. 1 и 2. Мы связали 8 ряд. В ряду у нас 16 петель. Следующий ряд 9. Вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Дальше делаем 2 убавления. 1 и 2.
4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый, 2 убавления, первое и второе. И 2 столбика без накида. Первый и второй. Теперь можно добавить наполнитель в обе части нашего сердечка и спрятать ниточки. При этом одну ниточку, вот та, которая у нас с вами идет от круга, в котором мы обрезали, мы ее через вот эту дырочку просто вытаскиваем для того, чтобы в дальнейшем нам сшить это отверстие. Если у вас ниточка коротенькая, то можно сшить отверстие потом той ниточкой, которая у нас с вами останется в конце вязания сердечка. Я добавила немного наполнителя внутрь, и теперь мы продолжаем вязание. У нас с вами начинается 10 ряд. Здесь мы вяжем 4 столбика без накида, убавление. И так повторяем 2 раза. Первый, второй, третий, четвертый, убавление. И еще раз. Первый, второй, третий, четвертый и убавление. Десятый ряд мы связали в ряду 10 петелек. Следующий ряд 11. Вяжем 3 столбика без накида, убавление. Первый, второй, третий, убавление. И еще раз. Первый, второй, третий и убавление. Добавляем еще немного наполнителя, потому что сейчас у нас с вами отверстие практически полностью закроется, и наполнитель уже туда будет добавить очень сложно. Мы с вами связали 11 ряд, в ряду у нас 8 петелек, следующий ряд у нас 12, в принципе он может быть последним, но у меня это предпоследний ряд. Здесь мы вяжем 2 столбика без накида, убавление. Первый, второй, убавление. И еще раз. Первый, второй и убавление. В принципе, если вам вязать здесь уже очень сложно, то можно просто стянуть это отверстие, и наше сердечко с вами готово. Я свяжу еще один ряд, это 13. Здесь мы вяжем столбик без накида, убавление. Столбик без накида. Убавление. Если в этом месте сложно подтягивать петельку, то можно одну петлю просто пропустить и провязать обычный столбик без накида. Снова столбик без накида и убавление. Теперь мы с вами нить вытягиваем, обрезаем, вставляем в эту нить иголочку. Контрастную нить я вытащила, и теперь нам нужно стянуть отверстие. Мы подтягиваем петельки с лицевой стороны. В каждую петельку за переднюю стеночку мы вкалываем иголочку и вытягиваем нашу нить. Таким вот образом.
отверстие стянуто, и теперь нам эту ниточку нужно спрятать внутрь. И лишний хвостик обрезать и также спрятать внутрь. Теперь нам осталось зашить вот это отверстие. Также вставляем нить в иголочку. И любым удобным вам способом зашиваем отверстие между половинками нашего сердца. Ниточку закрепляем аккуратно и незаметно, чтобы ее практически было не видно, и прячем внутрь нашего сердца. Также обрезаем хвостик и все лишнее прячем внутрь. Ну вот, наше сердечко готово. Такое сердце можно прикрепить к любой игрушке. Можно на эту фигурку повесить брелочек для ключей или для мобильного телефона и повесить на сумочку, портфель, на ключи. Такое сердечко может стать прекрасным подарком ко дню Святого Валентина. У меня их уже два, одно белое, одно красное. И если вы смотрели мое прошлое видео, такие сердечки я буду прикреплять к зайчику, которого мы с вами свяжем в следующем видеоуроке. Я надеюсь, что этот видеоурок вам понравился, что вам здесь было все понятно. Если какие-то вопросы у вас остаются, обязательно спрашивайте в комментариях. Делитесь с друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем спасибо и пока-пока. До новых встреч!